В Кемерове жители целого поселка так и не дождались помощи от коммунальщиков. Занесенную с начала зимы снегом единственную дорогу к автобусной остановке там так и не расчистили. Взрослым и детям приходится добираться до дома или города по железнодорожным рельсам. Дети-пенсионеры рискуют жизнью, чтобы добраться до автобуса. Местные жители регулярно обращаются в управляющую компанию, которая должна чистить дорогу, но в ответ слышат лишь отговорки. Последний раз пообещали отправить технику в конце прошлой недели, но дорога все еще в снегу. Тем временем на улице уже начинает таять, и вполне возможно, что до появления техники в поселке начнется паводок.